В Великобритании вечером 7 января разбился американский военный вертолет. Крушение произошло на северном побережье Норфолка. По предварительным данным, погибли 4 человека. Сколько всего человек было на борту вертолета, пока не установлено. К месту падения направлены спасатели. Вертолет упал в болотистой местности, что может затруднить спасательные операции. Информацию подтвердили в ВВС США. Как сообщается в Твиттере базы ВВС США в графстве Саффолк, вертолет Сикорский HH-60 разбился во время тренировочного полета.